Анонс и точный до выхода 138 серии турецкого сериала «Основание Осман». 138 серия сериала выйдет в эфир 29 ноября. Ранее в сериале мы увидели, как между Османом и Якубеем было достигнуто соглашение впервые за долгое время. Мужчинам придется начать действовать вместе, для того чтобы спасти Орхана и Мехмед. У многих начинает складываться впечатление, что Якубей действительно перешел на сторону добра. Он сдает замки ради спасения чужих жизней. Мужчина думает, что делает это втайне от Османбея, но оказывается, что это совсем не так. То, что делают мужчины, похоже на какую-то понятную только им одним игру. Предатель Василис Юнишахере продолжает разрушать все, над чем так усердно трудится великий султан и его доверенные люди. Мужчинам приходится спасаться, и он решает подставить другого человека. Своей жертвой Василис выбрал Халафиру. Он подбрасывает в комнату девушки бумаги, которые выставляют ее предательницей. Но Фатьме удается найти доказательства и убедить всех в невиновности Халафиры. Она передаст доказательства Алаэддину, но он сначала постарается сделать все для того, чтобы поймать настоящего предателя. Ему нужно успеть до того, как Василис сбежит. 138 серия сериала выйдет в эфир 29 ноября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.